Ну, я Ильин Иван, занимаюсь фехтованием, занимаюсь уже давно, 12 лет. Вот. Ну, недавно вот вернулся с юношеских Олимпийских игр, где довольно успешно выступил, вот с двумя медалями приехал. Ну, и это довольно неплохой результат, которым я, в принципе, горжусь. В фехтовании всего существует три вида оружия. У нас в Новосибирске наиболее развитым является сабельное фехтование. Сабельная школа в Новосибирске является одной из лучших в России, иногда даже говорят и в мире. Довольно как бы престижным видом спорта считается в Новосибирске. Фехтование, конечно, вид спорта довольно сложный. В нем нужно очень много думать и постоянно совершенствоваться. И, конечно, научиться быстро этому, наверное, невозможно. Физические данные, они не всегда решают довольно часто. Нужно уметь именно больше думать, больше анализировать, а не столько преобладать в физическом плане. Было время, когда я увлекался еще другим видом спорта. Я занимался баскетболом некоторое время. В свободное время играю с друзьями или даже на тренировке. Мы часто это практикуем. В нашей школе принято развивать фехтовальщика не только как фехтовальщика, а также и в других видах спорта, потому что это дает очень хорошую подготовку и помогает развиваться. Эти медали, как я уже сказал, с юношеских Олимпийских игр, они проходили в китайском городе Нанкин в августе 2014 года. Вот, золотая медаль, вот эта вот, она за первое место в личных соревнованиях. Вот, и серебряная, вот эта, она за командные соревнования. Выступления на международных соревнованиях, они уже не первые. В апреле я занял первое место на первенстве мира среди кадетов. В перспективе, конечно, это уже взрослые соревнования, чемпионаты Европы, мира, Олимпийских игр. Конечно, до этого еще очень далеко. И придется пройти очень сложный путь. И если я, конечно, не споткнусь и не уйду куда-нибудь в другую сторону. Чтобы попасть во взрослую категорию, нужно сначала пройти юниорский возраст, потому что юниоры – это резерв ко взрослой команде. Здесь больше соревнований международных. Все мы разные фехтовальщики. Кто-то может очень долгое время ничего не показывать, но потом в какой-то момент зафехтует так, что будет выигрывать без остановки. А кто-то, наоборот, с самого раннего возраста уже показывает результаты и достигает каких-то вершин. Спорт, думаю, занимает, наверное, половину моей жизни, потому что все-таки остальная половина тратится уже и на учебу, и на все остальное. И поскольку спорт является неотъемлемой частью моей жизни, то все остальное очень часто начинает, можно сказать, подстраиваться. Если моим тренировкам мешает учеба, то приходится что-то решать с учебой. Я учусь в первой гимназии, вот в 11 классе. Вот, на самом деле, это как бы не очень удачно, то, что вот надо из школы выпускаться, а я по соревнованиям езжу. Все учителя идут навстречу, они все понимают, когда надо что-то сдать позже, что-то пересдать. Планирую в высшее учебное заведение поступать, но в какое, пока не знаю. Я пока думаю еще. В целом, жизнь, конечно, моя не изменилась, но очень изменилось отношение людей ко мне прежде всего. Круг знакомых, он, можно сказать, расширился и укрепился. И мне, конечно, очень приятно, что меня ценят за мои заслуги, а не просто за слова. Я стараюсь как бы доказывать делом. Достижением успеха, думаю, для меня является именно достижение поставленной цели, того, чего хотел. Когда ты понимаешь, что ты действительно нашел то, что тебе по душе, когда тебе есть к чему стремиться. Прежде всего, это некоторое чувство удовлетворения, потому что довольно долго все-таки я уже занимаюсь этим спортом, и поражений всегда больше, чем побед. Мне приятно, прежде всего, что я добился вот этого успеха, и что я понимаю, что я иду по правильной дорожке, и эти медали, они только маленький шаг к более высоким наградам.